Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в проекте Joomla Sensei. Это 35-й урок. Мы с вами заканчиваем работу над шаблоном, и у нас с вами остается нижняя часть, подвал так называемый, копирайты. Я вам обещал это помочь исправить. Я тут немного накосячил, вставил не тот модуль, и у меня подставилась левая здесь ссылки, текст какой-то вообще левый, да? И, соответственно, копирайты самого шаблона. Я вам покажу, как их убрать. То есть их, по сути, убирать нельзя, потому что шаблон бесплатный, и в качестве уважения мы должны эту ссылку носить с собой. Но как бы нам никто не запрещает эти ссылки убирать, потому что нам, в принципе, ничего хорошего эти ссылки не дают. Я не знаю, как сейчас, но раньше было такое понятие в SEO, что левые ссылки, да, они будут, тем более с главной страницы, они будут передавать вес этому сайту, на который ссылается вот эта вот гиперссылка. А нам как бы вес раздавать куда попало, как бы это не халява, нам это делать не нужно, нам нужно наоборот вес собрать на своей странице, да? Как говорится, чем тяжелее сайт, тем он выше выдачи. Повторяюсь, я не знаю уже, как сейчас дела обстоят, потому что каждый год SEO меняется. Конечно, можно туда внедрить теги no index, no follow, вот на эту ссылку, да? Но зачем нам так изгаляться? Лучше, чтобы этой ссылки не было вообще на нашем сайте. И давайте сначала уберем вот это вот. Мы заходим в админку нашего рабочего сайта, переходим в менеджер модулей, ищем наш модуль, который мы с вами в нижнюю колонку титул добавили, наш текст. Ставьте галочку напротив него и в корзину отправляем. Нам он не нужен. Если сейчас мы обновим страницу, мы увидим, что там ничего нет. И давайте пропишем туда какие-то свои данные без левого текста и левых ссылок. Для этого в ту же модульную позицию нам просто необходимо создать обычный HTML модуль. Кликаем на кнопку «Создать», убираем HTML код и в редакторе вставляете любой ваш текст. Вставляю я горячими клавишами, то есть если я где-то скопировал, я вставляю горячими клавишами Ctrl-V. То есть правой кнопкой здесь вставить, так сказать, проблематично, потому что вылазят какие-то новые здесь ячейки. Поэтому я привык вставлять горячими клавишами. Выбираем позицию. Вы уже должны помнить копирайтинг. Выбираем «Показать на всех страницах», «Опубликовано». И здесь копирайты напишу, заголовок скрываем. На всех страницах отображает, сохранить, закрыть. Обновляем сайт наш. И вы видите, вот наш копирайт встал, преспокойненько, без всяких левых ссылок, левого текста. И, соответственно, в редакторе вы можете сюда на ваш текст повесить любую ссылку. Вы это уже умеете делать. Это самое легкое мы с вами сделали. Сейчас будет задачка чуть посложнее. Убрать левую ссылку. Вот эту ссылку смотрите внимательно. Смотрите, чтобы ее убрать, нам нужно понять, где в коде, в каком файле прописан этот код. Смотрите, как я ищу ссылки. Для этого вам понадобится на компьютере установленная программа Total Commander. Может быть, есть какая-то аналогичная, но я пользуюсь ей. Вы посмотрите, как я это делаю. Если вам это понравится и у вас нет этой программы, то вы сможете скачать ее где угодно в интернете. В общем, смотрите, я копирую вот так вот bi и joomlamonster.com. Я это копирую в буфер, да? Открываю программу Total Commander. В левой части экрана вы можете искать ваши диски, ваши папки. Вот здесь вот зеленой стрелочкой можно, например, действие назад, если вы там никуда-то не туда зашли. Выше видно, вот здесь вот видите путь, где вы находитесь. Заходим, значит, ищите шаблон на компьютере ваш, вот этот вот JM Services. Я его нашел, я просто один раз на него кликаю. Вот так вот его просто, чтобы он был как бы выделен, да? И в Total Commander здесь есть такая лупка «Поиск файлов». Кликаю по ней. В всплывающем окне я вот здесь ставлю галочку с текстом. То есть у вас будет вот так. И вставляю вот это скопированное слово bjoomlamonster.com. Можете поставить, если нет галочки, только слова целиком. Ну, вот это в кодировке. Это не обязательно, наверное, ставить. Она, кстати, не снимается, да? И потом нажимаете «Начать поиск». И обратите внимание, в этой папке найден файл, и мы видим уже путь JM Services, новая папка JM Services. У вас тут немножко другой будет адрес, но самое главное в самой папке, смотрите, JM Services, TPL, Blocks,
и файл footer.php. На компьютере вы заходите, значит, в папку, в вашу папку, да, то есть вот открываете папку с шаблоном, дальше папка, вот видите, TPL, заходите, потом папка blocks, помните, да, путь был у нее. Так, значки сейчас я тут сделаю другому. И ищите файл, вот он, видите, footer.php. Вам также понадобится программа для редактирования кода, Notepad++. Ну, в принципе, можно любой другой программой отредактировать. Правой кнопкой мыши я кликаю по этому файлу, и у меня в выпадающем списке есть пункт вот Notepad++. Открываю. Это бесплатная программа, по-моему, я о ней уже говорил. Вы сможете также ее скачать. Теперь, как нам искать данный код в самом файле? Вы можете нажать на кнопку вот бинокль здесь, вбить вот здесь вот в поле то же самое, нажать вот искать. Он вот уже находит, в принципе, здесь текста немного, здесь строк немного, поэтому здесь можно сразу определить, что это строка 24. Вот видите, да, вот она, левая ссылка идет, копирайты, да. Смотрите, как мы удаляем. У вас будет то же самое, просто аккуратненько. Начиная, вот видите, здесь слева от 23 строчки, начиная, вот открывается div, надо удалить от этого дива, и получается 3 строчки, до строчки 25, и div закрывающий, вот эту конструкцию. Вот видите, все, что я выделил серым, вот это все надо удалить, чтобы ничего не осталось. Просто удаляйте это, вот так, как у меня. И все, и вот здесь вот такая маленькая иконочка, сохранить. Сохраняйте данный файл. Дальше. Нам этот файл нужно теперь на хостинг закинуть в ту же директорию, где и расположен наш сайт. Я бы, конечно же, можно закинуть через Total Commander, но я привык пользоваться FileZilla. У вас, возможно, какой-то свой будет FTP-клиент. В общем, давайте сейчас подключимся к FTP, к нашему хостингу. Я уже открыл программу FileZilla и уже подключился к своему хостингу. Как это делать, вы должны уже это знать. Дальше. Мы переходим, значит, уже вот тут на хостинге, да, в Templates, GM Services, TPL, Blocks. Нам осталось только заменить файл, который мы только что отредактировали. Я его просто вот так перетаскиваю. И окей. У нас файл должен был замениться. Идем на наш сайт теперь и обновляем страницу. И у нас все получается. Обратите внимание, справа внизу у нас нет никаких левых лишних ссылок. И у нашей чистые копирайты также без всяких ссылок. Вот так вот это все ищется. Если вы будете использовать какой-то другой шаблон, у вас теперь есть необходимый навык, как искать левые ссылки копирайты. Да? Конечно, бывает такое, что не всегда это срабатывает. Все зависит от того, насколько разработчик спрячет эти ссылки. Я вас поздравляю, теперь у вас есть уже необходимые, незаменимые навыки, чтобы создать свой собственный сайт, а может быть сайт уже сделать кому-нибудь. На этом я заканчиваю данный видеоурок и увидимся в следующем. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с Joomla, или вы уже матерый вебмастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном. Это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном, тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую у разработчиков. И я все упаковал в один архив. К каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе. И выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак. Как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто впишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически
к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев.